Знаете что, ребята, как надо клеить легко курку? Берешь дома, включаешь компьютер, делаешь попкорн с сыром. Слушай, нет, врубаешь порнуху, говоришь, видишь, сучка? Она говорит, да. Хочешь так? Она тебе не откажет. И все. Говорит, сейчас будет все топич, топич будет. Курок. Легко. Стенку куда-нибудь. Например, идешь ты в кино, да? Но в кино нет, в кино сложно курок клеить. Хотя нет, идешь в торговый центр, где есть, например, там кафешка, например, или кино. Да не важно. Видишь, например, какую-то красивую курку, например, с подругой, да? Ну, лучше с подругой, потому что если ты, она будет одна, то тебе будет сложнее склеить, потому что она будет неуверенна, будет там нервничать, там потеть, писать под себя, короче, сквиртить. Вот. Такие тебе не надо. Тебе надо, чтобы она была с подругой, например, там, а нет. Ну, главное, красивенько выбирай, ну, чтобы тебе не пришлось там тратиться на лишние пакеты, чтобы там пакет на голову, и там, ну, ты понял, крутить с пакетом, это напряжно, он слетает. Ну, короче, ты понял. Вот, приходишь, видишь ее, говорит... Подходишь, не говорит, говоришь, привет, курочка моя. Вот, она говорит, да, привет. Вот, ты говоришь, какие планы на вечер? Ну, она будет, ну, не знаю, не знаю, там, в принципе, я планировала с подругой, там, туда-то сходить, ты говоришь, неверно. Сегодня ты идешь со мной в ресторан. Она такая, правда, я с тобой в ресторан? Ты говоришь, да, курочка моя. А как хорошо, ты говоришь, закажешь себе жирный салатик. Я сама это смешно. Вот. Ты говоришь, а нет, такой салатик не надо. Мне надо, чтобы ты была хорошая, упитанная курочка, потому что ночь будет жаркая, мне нужно, чтобы у тебя были силы. Она такая, хорошо. Ты берешь эту курку, садишь в ресторан на жопу и говоришь, жри, сучка. Она будет жрать и будет просто тебя обожать. Все, после того, как ты эту уточку начинил, закутываешь ее в эту, в курточку, потому что, говоришь, на улице холодно, курочка моя, одевайся теплее. Закроешь, а дома ее разденешь так прям по полной и будешь ее жарить. Говоришь, будешь ее фритюрить, короче, во все. Она даже не будет против. Вот так вот клеить курочку. На следующий день говоришь, курочка моя, просыпайся, тебе надо домой. Она говорит, почему? А мне нельзя в тебе остаться, говорит, надо. Но у меня сегодня очень много встреч, я вообще-то бизнесмен, все дела. Она такая, правда, что ли? Ты говоришь, смечить за тобой за эту курочку моя. Она, короче, поедет домой, и потом будет тебя наяривать, а ты будешь морозиться от ней, потому что если ты неприступный, то ты интересный, понимаешь, все дела. Ксюха, девушка меня бросила, ушла к другому. Блин, ну что ты платишь за этой шлюхой? Шлюхи не могут быть верными, понимаешь? Если бы она была верно тебя любила, бы она бы тебе, либо она бы никому не уходила. Поверь мне, братан. Раз ушла, значит не любит. Она тебе не нужна. Чё за шлюхи плакать? Правильно сделал, что ничего не делаешь? Ну, надо было её чутка поколотить, но... еще от шлюху руки вырвать. Если она придет, будет там, ой, прости меня, скажешь, так... Раньше надо было думать. Пошла вон отсюда, сучка. Пошла вон отсюда, сучка. Я найду себе другую курочку. Так что не плачь за шлюшки.